Вот Хьюи, который все-таки решается, он немножко колеблется, но в конечном счете решается установить ей подслушивающую там программу, uh-huh, что-то uh-huh. он сделал. Вот этот поступок можно характеризовать по отношению к ней негативно? Он ее предает в каком-то смысле? Конечно. Хочешь быть... Он просто использует ее. Да. Хочешь быть оперуполномоченным? Ну вот. Тропа и судьба, понятно. А с хорошими этими самыми ты ничего не сделаешь. Бутчер-то его подбадривает отлично. Давай. Очень смешно смотреть. Молодцы. Ловкость берут. Ну, хорошо успокоил. Ой, я думал, дальше будет уже хуже, уже не будет. Будет, не волнуйся. Будет. Еще хуже. Еще хуже будет.